Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения Джей Охотника на зомби, и вот такой вот замечательный шлем волка попросил одеть сегодня один из подписчиков, это у нас Демьян Башкиров. Итак, дружище, иду тебе навстречу, давайте-ка оденем этот замечательный костюмчик. Кроме того, друзья, сегодня мы будем выполнять всевозможные задания, отлично, и да, удалось, друзья, мне подбить русалочку. Ой-ой-ой, друзья, и морской монстр слопал нашего вот забавного героя, очень похожего на Патрика, вот такого вот интересного, друзья, не сделал. Сделал я ошибку, что не установил ловушку Теслы, и вот так здорово слопали нашего героя. Ну что же, это было прикольно, это было забавно. Жаль, друзья, что так случилось. Потерялась я очко мастерства, тем не менее, игра продолжается. Итак, друзья, сегодня мы, кроме того, будем передавать приветы. Ну что же, давайте-ка тогда я еще поймаю всех остальных зомбиков. Вот была интересная локация. Вот не просто было, кстати, здесь и поймать. Давайте-ка я попытаюсь и вот этих зомбиков. Вот так, отлично, ловим-ловим. Вот, ай-яй-яй, промазал. Но у нас есть, друзья, морозная пушка. Вот и срабатывает ловушка Теслы. Ну что же, множество зомбиков пойманы. К сожалению, не все. Тем не менее, друзья, давайте-ка я еще установлю ловушку Теслы и попытаюсь поймать остальных зомбиков. Отлично. Ну, конечно, с очком мастерства мы уже потеряли, мы его уже не поймаем. Чтобы его получить, нужно поймать всех зомбиков, но дальше я буду стараться не делать больше таких ошибок. Итак, вперед-вперед, бросаем мозг, прячемся и попробуем поймать русалочку. Итак, хороший выстрел, и русалочка поймана, здорово. Вот такой вот забавный шлем. И вот такой вот забавный, друзья, аквалангист. Давайте-ка я его разобью ему броню. И вот удалось его все же поймать. Ну что же, замечательно, очень неплохо. Вот, друзья, я не пойму, почему исчезла вот у нас ловушка Теслы. Ой-ой-ой, друзья. Итак, давайте-ка я поймаю вот этого краба. Отлично, и еще русалочку. Ну вот, по-моему, друзья, все. Или еще есть один зомбик? Нет, есть подсказочка, друзья, еще где-то спрятался у нас один из зомбиков. Вот, давайте-ка разведаем территорию, где он мог спрятаться. Так, давайте-ка я разведаю территорию, где же ты спрятался. Вот, ага, друзья, давайте-ка еще собьем вот эту медузу. Ага, о, ничего себе, как высоко. Вот, всплыла ловушка Теслы, честно говоря, редко так бывает, что так высоко всплывает, а сегодня она именно всплыла. Вот, давайте-ка я собью вот эту медузу, вот, отлично получилось, и заберем вот эту ловушку. Отлично, ловушку забрал, еще вот эту медузу вот сбили, и последний зомбик спрятался у нас, и я его подморожу из... Ого, ничего себе, как прикольно сработала вот морозная пушка, вот отбил пузырем этот забавный аквалангист, тем не менее, друзья, все зомбики пойманы. Итак, не очень хорошее начало, друзья. Упустил я одного зомбика, тем не менее, игра продолжается. Итак, друзья, в начале видео передаю привет. Большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, друзья, особый привет от нашего Бада, Эйджей от меня лично, Демьяну Башкирову, Сашу Сазонник, Бурновой Доминике, Артему Секрет, Ярославу Скрыдлову, Мурат Махмудову и Данилу Сибирякову. Друзья, большущий-большущий вам привет от нашего Эйджея и от Бада, ну и от меня лично. Ну что же, здорово, друзья, давайте-ка посмотрим сегодняшнее задание, а сегодняшнее испытание дня. Лови зомби с помощью морозной пушки. Пускай охладятся, лови зомби с помощью морозной пушки. Вот, ну что же, здорово. Итак, давайте-ка я посмотрю, что наши подписчики сегодня попросили. Вот очень много всевозможных костюмов. Кроме того, подписчики попросили, чтобы я сегодня поймал всех боссов. Ну что же, с удовольствием пройду. Итак, пойдем мы с вами сейчас на болото. Вот, насчет подсказочек попросили подписчики вот и Китай, чтобы я взял. И вот в лагуну. Вот, давайте-ка, друзья, вот попросил один из подписчиков, это Паша Журавлев, чтобы я взял тяжелый металл. Вот этот тяжелый металл мы и возьмем с вами вот на болото. Итак, вперед, давайте-ка я возьму ловушку Теслы и отправимся с вами на ловлю зомбиков. Итак, вперед-вперед. Хотя, друзья, нам очень важны и мастерские заходы, и
вот, выполнить сегодняшнее задание. Давайте-ка я буду стараться и то, и другое сделать. Ну, попробую поймать сейчас выстрелом из гарпуна. И посмотрим, что из этого получится. Итак, вот. Ох, какой классный выстрел. Одним выстрелом сразу же 3 зомбиков поймаю. Ну, а дальше, друзья, буду действовать из морозной пушки. Ай-яй-яй. Вот не удалось. Видите, не срабатывает против этих птичек. Вот гарпун, морозная пушка, поэтому будем птичек бить из гарпуна. Ну, по-моему, это не птичка была, а летучая мышь. Тем не менее, давайте-ка я вот воспользуюсь подсказочкой и будем использовать ракеты. Вот, здорово, вот так прикольно вот сработали наши морозные ракеты. Давайте-ка я, мне интересно вообще, на каком расстоянии они действуют. Вот, ого, как здорово подморозило на таком расстоянии. А ну-ка, максимальное расстояние, друзья, максимальное расстояние. И вот сработает, да, вот видели, на, вот плюс морозных пушечек, что очень далеко достают. Итак, друзья, у нас 157 очков мастерства. Все ближе, ближе мы к званию мутированный охотник. Вот подсказал мне подписчик, что следующее название, очень интересное название, не записал. Вот звание последнее, которое будет у нашего Эйджея. Вот я запишу, в следующем видео скажу. Вот подсказочка от подписчика. Ну что же, вперед, друзья, следующий костюмчик от наших подписчиков. Вот, смотрю, друзья, есть, вот попросила взять в купальник. Подписчик с ником Stick Wars Beta. Ну что же, замечательно. Итак, берем купальник. Оружие пока, друзья, я не меняю. Вот нам нужны пока... и очки мастерства, и попадание из морозной пушки, чтобы выполнить сегодняшнее задание. Поэтому будем стараться вот идти как-то вот так. Ну что же, неплохо. Давайте-ка я разведаю территорию. Здесь трое зомбиков, и что, и все. Ага, кроме того, есть вот краб. Давайте-ка собьем. Ну, по-моему, все, друзья. Да, это все. Вот буду ловить их при помощи морозной пушки. Вот так, хороший выстрел, отлично. Ой-ой, как здорово. Ох, как прикольно, а вот догоняет морозные ракеты. Ну вот так, шутя, Эйджей расстрелял всех, поймал всех зомбиков, всех подморозок сделал. А ну-ка, друзья, вот останусь я на холме. И вот так буду издалека просто прикольно расстреливать, вот подмораживать зомбиков. Ну что же, мастерство кой заход, это было легко и непринужденно. Ну что же, супер. Итак, двигаемся, друзья, дальше. Вот, честно говоря, слишком просто при помощи морозной пушки ловить зомбиков, поэтому я не очень люблю это оружие. Наиболее мои любимые – это пушка Теслы. Итак, вперед, друзья, следующая у нас, следующий – это у нас вот зимний биом. За зимний биом ничего не писали подписчики. Вот, есть два просьбы насчет Китая – и одна просьба насчет лагуны. Ну что же, друзья, давайте-ка я пока, вот никто не писал. Кирилл Фэмили попросил, чтобы я взял дракона. Не уточнял, какую локацию. Поэтому, друзья, давайте-ка я возьму костюмчик дракона вот в зимний биом. Вот эту зимнюю локацию сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед. Вперед, вперед, друзья. Интересно, как сможем мы сработать. Вот, постараюсь я не упускать, друзья, не терять очки мастерства, очень это важно. Вот, но вначале давайте-ка мы разведаем территорию. Ого, сколько здесь зомбиков. Вот подсказочка, 9 зомбиков. Давайте-ка собью меду, эту сову забавную, полярную. Вот так, и вот, здорово. Отлично, одну сову сбили. Вот, и еще вторую собью тоже. Вот так, хорошо, отлично. Две совы сбили. Установим возле леса ловушку Теслы. Если будут удирать зомбики, они попадутся обязательно на ловушку. Ну что же, вперед. Попытаемся вот хорошо сделать мастерской заход. И что из этого получится. Так, где же наша пушка? Вот морозные пушки, отлично. И вот так, отлично. Вот один зомбик есть, и второй тоже подморожен. Ну что же, начало неплохое. Вот, друзья, я смотрю, все же нужно будет нам воспользоваться гарпуном, потому что очень мало заряда в морозной пушке, а зомбика много. Вот так, ахахах, друзья. Ай-яй-яй, уходят, уходят, уходят.
Ой-ой-ой, друзья, отлично, подморозил, а следующий уходит. Итак, где же ты, где же ты, где же ты? Друзья, попытаемся его догнать. Ага, он попал на, вот, на ловушку Теслу. Все же здорово, что я ее установил возле леса. Кроме того, друзья, по-моему, упал один из зарядов. Вот я, по-моему, все же его поднял. Итак, остается 5 зомбиков и 5 зарядов у меня морозной пушки. Ну что же, вот так здорово подмораживаю. Отлично. Остается последние 3 зомбиков и 3 заряда морозной пушки. Итак, вперед, 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 вперед. Ага, вот так здорово это сработало. Итак, еще один заряд. Ну, сработала ловушка Теслы, и остальные зомбики пойманы. Супер, очередной мастерской заход и очередное очко мастерства. Ну что же, замечательно, просто чудесно. Вот, конечно, это было слишком легко. Вот, поэтому сейчас мы, друзья, пойдем с вами в Китай, и я надеюсь, друзья, там уже возьмем другое. Да, задание выполнено, могу я попробовать поменять оружие. Ну что же, итак, друзья, вот 3 подписчиков сегодня попросили, чтобы я взял, ага, вот я взял, Саша Зазоник попросил взять дьявол, я вот случайно взял не на ту локацию, ну как-то вот так. Еще за Китай попросил, чтобы я взял фастфуд Ярослав Скрыдлов. И еще в Китай попросил, чтобы тоже взял фастфуд и сеть Мурат Махмедов. Ну вот, похожие 2 костюмчика, и 2 попросили фастфуд. Давайте-ка я, друзья, и выполню эту просьбу. Вот. А да, дьявола мы же не брали. Дракон мы брали, а дьявола мы не брали. Нет, давайте-ка все же пока возьмем кита, дьявола, морозную пушку. Вот эта просьба Саши Сазоника. Вот, а потом возьмем фастфуд. Итак, вперед. Кроме того, вот попросил еще Саша, чтобы я взял морозную пушку. Ну, давайте-ка с морозной пушкой пробежимся, а потом в следующую битву я возьму уже вот пушку Теслы. Ну что же, вперед! Вперед, попробуем пробежаться и посмотреть, что из этого получится. И нам очень важны мастерские заходы. Нужно здорово их добывать. Итак, вперед, вперед. Давайте-ка я брошу, спрячусь, сразу же возьму морозную пушку. Ого, сколько их здесь. И, друзья, нужно атаковать. Ну вот, супер, друзья. Все зомбики пойманы. Очень хороший результат. Давайте-ка еще посмотрим, кто здесь у нас. Вот, отлично. Вот, и очередной зомбик подморожен. Ну что же, просто замечательно. А кто здесь? Давайте-ка я воспользуюсь гарпуном. Ай-яй-яй, уходит, друзья, уходит, и вот, да, есть, отличнейший выстрел в голову, отлично, один из летающих зомбиков пойман, ну и попытаемся, друзья, сейчас поймать остальных зомбиков, супер, прячемся, и вот сюрприз, ох, как удрал, друзья, как удрал, отлично, вот удалось его подморозить, вот интересно, сколько здесь будет зомбиков, попытаюсь я их при помощи гарпуна поймать. Ого, друзья, ничего себе, 2 я поймал при помощи гарпуна, а последнего вот пожарена ловушка Теста. Итак, 160 мастерских заходов уже мы набрали, все ближе к предпоследнему званию мутированный охотник. Итак, супер, друзья, вот очень неплохо сработали, давайте-ка я возьму еще, пойду в Китай, вот попросили 2 подписчиков взять фастфуд. Правда, с разным оружием, но тем не менее, друзья, это у нас Ярослав Скрыдлов и Мурат Махмудов. Ну что же, друзья, давайте-ка я выполню ваши условия. Вот попросили, конечно, разное оружие, но я возьму, давайте-ка, сетемет. Мы еще сетемета сегодня не пробовали. Итак, вот фастфуд, а вот наш сетемет. Ну и докупим ловушку Теслы. Что же, вперед, друзья, вперед, посмотрим, что из этого получится. Замечательно. Итак, движемся вперед. Давайте-ка я брошу пока мозг. Хорошо. И вот отличнейший выстрел. Вот остальных надо подмораживать. Вот супер, друзья. Вот забыл, что у нас не мороженая пушка, а сетемет. Тем не менее, вот смотрите, какой классный выстрел. Удалось поймать всех зомбиков. Вот давайте-ка еще попробую вот этого поймать. Супер. Установлю ловушку Теслы и попытаюсь поймать вот этого зомбика.
Ай-яй-яй, друзья, немножко упал. И здесь мелкий зомбик вот пытается удрать, и его поджарила ловушка тесту. Ну что же, очень хороший результат. Еще подсказочка, что у нас есть 4 зомбика. Ага, вот они, эти зомбики. Ну, давайте-ка я их попытаюсь с вершины сейчас поймать. Готовлю наш сетимет и пробую ловить. Да, ох, какой хороший результат. Сразу же 4 зомбиков удалось накрыть сетью и удалось их поймать. Ну что же, супер. Просто-просто здорово. Итак, очередной мастерской заход и очередное очко мастерства. Вот, итак, друзья, последняя просьба от подписчиков. Подпросили еще взять в лагуну Бада плюс пушку Теслы. Ну вот, наконец-то дойдет очередь до нашего Бада. Вот, и к пушке Теслы. Вот она, вот он Бад. И нам нужна пушка Теслы. Вот и пушечка Теслы. Ну что же, вперед, друзья, сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед. Вперед, я надеюсь, что наш AJ здорово сработает. Вернее, Бат. AJ сейчас за рулем вот этого замечательного космического корабля. Итак, давайте-ка я не буду делать ошибок, как в первой миссии. Ох-ох-ох, как здорово удирает. Ой-ой-ой, друзья, забыл, что это не морозная пушка, и вот так здорово поджарит. И, друзья, успел, видите, здесь оказался морской монстр, чуть могло бы получиться так, как вот в самом первом видео, когда морской монстр слопал нашего зомбика. Вот, тем не менее, сегодня удалось мне с этим справиться. Вот, давайте-ка я еще установлю одну ловушку возле леса, чтобы ни один из зомбиков не удрал. И давайте-ка, друзья, еще попробуем вот отсюда его поймать. Отлично. И это у нас русалочка. О, как здорово. Ничего себе. Как ловушка Теслы за ней погналась. Вы видели, друзья? Я просто был в шоке. Вот я не рассчитывал, что ловушка может так далеко вот доставать. Но, тем не менее, сработала. Вот и вторая тоже сработала не очень хорошо, друзья. Я рассчитывал, честное слово, вот погоняться немножко за нашими зомбиками, чтобы это было интересно. Но как-то вот так получилось. Итак, давайте-ка я установлю еще ловушку Теслы. Собью вот эту медузу. Ну и буду пробовать сейчас при помощи пушки Теслы поджаривать зомбиков. Так, давайте-ка начнем с самых первых. Вот где они у нас спрятались. И буду гнать их к ловушке Теслы. Отлично, прыжок. Пусть бросает. А теперь угостим их электрическим разрядом. Ну вот так здорово Эджею удалось поджарить зомбиков. Супер. Ну и последние трое зомбиков. Давайте-ка я их попробую приманить. Вот выйду на берег. Ого-го-го, друзья, какая прикольная команда. И вот так здорово цепной молнией всех поджаривает наш Джей. И очередное очко мастерства просто супер. Ну что же, очень забавно, все здорово у нас получилось. А теперь давайте-ка перейдем в кафешку и посмотрим, как идет бизнес Джея и какую награду мы получим за то, что вот выполнили сегодняшнее задание морозной пушкой. Итак, получить награду. Вращаем игровой автомат. И какие же у нас сегодняшние награды? 2 забавных зомбика с шапочками Санта-Клауса. 3 аквалангиста и 2 единицы плутония. Ну что же, тоже очень довольно-таки неплохо. Итак, супер. И вот, друзья, все зомби-машины мы уже улучшили. Кто смотрит видео на моем канале, знает. Согласно отзывам по комментариям, подписчики все время просили. И сегодня... Вот сейчас запущу, прошу прощения, все зомби-машины. И пойдем с вами, друзья, дальше. Итак, вперед, 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 вперед. Да, друзья, вот не помню, говорил я или не говорил. Вот попросили подписчики, чтобы я сегодня поймал всех зомбиков. 4 подписчиков попросили вот сделать вот такую просьбу. С удовольствием пойду вам навстречу. Прошу прощения. Итак, все зомби-машины у нас запущены. Ну, практически. Сейчас я проверю, нету ли вот в самом низу какой-то зомби-машинки. Да, есть. Ну что же, здорово, друзья. Ну и, конечно же, прежде чем отправиться за зомби-боссами, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, в каком костюмчике вы хотите увидеть нашего AJ в следующем видео. И у нас есть в наличии ковбойская шляпа.
охотничья шляпа, зимняя шапка, бандана, деловая шляпа, монстр, шлем волка, козел, фастфуд, купальник, поварской колпак, костюм цыпленка, паучий шлем, дьявол, дракон, костюм гоблина, камуфляж, набор реактивов, костюм химзащиты, сосиска на палке, вот бат, тяжелый металл и еще морское создание. Кроме того, друзья, есть два грузовичка, которых мы выиграли. То есть можем их надевать, либо вернуться к стандартному. Сейчас у меня, видите, активирован космический корабль «Акуленыш». Да и вот, друзья, практически все звания мы уже с вами взяли. Сейчас на предпоследнем. Вот, осталось очень мало, друзья. Осталось всего 38 сделать мастерских заходов, и мы получим вот это звание. И новый костюмчик, друзья, мутировавшего охотника. Но если вы хотите, чтобы это было побыстрее, вот пишите в отзывах, в комментариях, и я буду проходить пока без вас миссии, или же будем идти постепенно. Итак, вперед, друзья, выполняя просьбу остальных подписчиков, вернее, четверых, которые попросили, чтобы я поймал сегодня зомби-босса всех. Итак, вперед, начнем с болотного зомби-босса, очень прикольный зомби-босс, бабушка на свинке, вот, здорово удирает, я надеюсь, у нас все получится. Итак, вперед, вперед, давай-ка, Эй-Джей, готовь свою гарпунную пушку, и первый выстрел, вот так, есть! Первое попадание и первый выстрел. Вот, готовимся. И второе попадание, супер. Хорошо, третье попадание, здорово. И вот промазал, друзья, промазал. Готовимся, готовимся, ждем, 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 ждем. И вот есть, друзья, четвертое попадание и болотный зомби-босс пойман. Свинка убежала, ну ничего страшного. Конечно, лучше бы он поймал свинку. Тем не менее, давайте-ка переработаем этого прикольного и забавного зомби-босса на вкусняшки. Вот предлагает нам невыгодный курс, наиболее выгодный курс переработать болотного зомби-босса, это трехглазая рыба. Вот на максимальной прокачке зомби-машины, вы видите, дает 52 тысячи монеток, просто фантастика. Ну что же, супер, друзья, следующий зомби-босс, и следующий зомби-босс это у нас пляжный зомби-босс. Сейчас я попытаюсь его поймать и посмотрим, что из этого получится. Так, вперед, 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 друзья. Где же наш пляжный зомби-босс? Вот. Вот его забавная доска. Вот спасателя. И, друзья, нужно стрелять. И есть первое попадание. Вот что-то я отвлекся. Вот промазал второе. Давайте-ка немножко упущу. Вот. Есть второе попадание. И третье попадание. Супер. И вот, друзья, хотел... Вот, вот промазал, промазал. Давайте-ка... Ай-яй-яй. Хотел на опережение выстрелить. Не получилось. И есть, есть, есть четвертое попадание. Ну что же, пляжный зомби-босс пойман довольно-таки легко и непринужденно. Ну, осталось, друзья, только его переработать на вкусняшки. Вот посмотрим, что нам предлагают. И нам предлагают, скорее всего, невыгодные курсы. Да, вот 3250-3900. А лучше, конечно же, его переработать в кокосовый напиток. Видите, 10400 монеток. Вот супер. Итак, переработка... продолжается, а мы идем с вами на ловлю снежного зомби-босса. Итак, вперед. Где же вот этот снежный человек? И попытаемся его поймать. Итак, Эй-Джей, давай-ка хорошенько приготовься. Приготовь свою гарпунную пушку и попытайся его поймать. Итак, где же наша гарпунная пушка? И вот первый выстрел есть. Отлично. Очень здорово удалось поймать. Нужен второй выстрел. Ай, промазал, друзья. Был уверен, что уже попаду. И промазал, друзья. Просто обидно. Есть второе попадание. Супер. Вот делается после попадания очень большие глаза. И нужно, нужно... Ай, друзья, промазал, промазал. Вот и мимо, мимо. Есть, 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 есть. Третье попадание. Больше нельзя мазать. Нужно, друзья, попадать. И есть, друзья. Вот уже в самой кромке леса вбежал в лес. Это забавный снежный босс. И я просто из леса его выбил. Ну что же, была интересная погоня. Давайте-ка я этого зомби-босса переработаем. Вот, посмотрим, что нам предлагают. Предлагают 4550, 5200. Это не то. Наиболее выгодный курс это вот эти серый хот-дог, серые колбаски. Вот с горчицей, ну, это самый выгодный сейчас курс. Видите, 11 700 монеток. Итак, перерабатываем. И погоня, друзья, за следующим зомби-боссом.
самый дорогой и самый выгодный зомби-босс из Китая. Китайский зомби-босс. Ну и сейчас я попытаюсь его поймать. Итак, вперед, вперед, друзья. Вот посмотрим, что из этого получится. Попытаемся поймать этого забавного зомби-босса. Итак, 3, 2, 1. Где же наша гарпунная пушечка? Итак, давай-ка, давай-ка. И промахнулся, друзья. Вот подвисай, друзья. Не очень хорошо стрелять в него. И нужно попадание. И промахиваясь, друзья. Очень-очень неудобно целиться. Вот промахнулся, промахнулся. Обидно. Вот есть первое попадание. Ну, наконец, второе. Здорово. И третье. Отлично. И еще одно попадание. И промазал. И как, ну, как мог промазать? Ну, как-то вот промазал. Итак, ушел китайский зомби-босс, друзья. Можем продолжить вот погоню, что я и делаю. Итак, попытаемся его поймать. Очень забавный зомби-босс. Бывают хорошие дни, вот попадания, бывает не очень. Вот сегодня как-то придется, друзья, сделать вторую пробежку и неудачный выстрел. Есть! Вот как-то он завис прямо перед гарпуном. Было вот невозможно не попасть. Ну что же, китайский зомби-босс пойман. Давайте-ка его переработаем на вкусняшки. И опять же нам предлагают очень невыгодные курсы. Вот предлагают 4550, 5 с копейками. Это все мелочи. Самая выгодная зомби-машина — это вот зомби-машина с шашлыками. 58500 монеток. Вот предлагали 5, а можем переработать 58. Итак, супер, друзья. И последний зомби-босс, который ждет у нас, это зомби-босс из лагуны. Вот, вот такой вот забавный Нептун. Вот такая вот не русалочка, а вот мужчина-русалка. Вот интересно, как мужчина-русалка зовут. Ну, вот такое вот морское создание забавное. Ждем, ждем. И вот видите, сопротивление воды не позволяет выбить. Ну-ка, друзья, вот. И мимо, как я мог промахнуться, не знаю. И вот, друзья, есть первое попадание, супер. Ждем, ждем, ждем. Второе есть, супер, отлично. Ждем, 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 ждем. И третье попадание, отлично. И вот, ах, друзья, как мог я промахнуться. И, ну что такое, ну. Отлично. И ждем, ждем. Есть, есть, ну наконец-то, друзья. Вот, просто был в шоке, никак не мог попасть. Но тем не менее удалось поймать и этого забавного вот босса, зомби-босса из лагуны. Ну что же, супер, друзья. Давайте-ка мы его тоже переработаем на вкусняшки. И на этом уже, друзья, сегодня будем прощаться. Итак, зомби-машина с рыбными палочками занята. Вот там наиболее выгодный курс. Ну а мы переработаем восьминога. 12350 монеток, тоже неплохой вот доход. Итак, друзья, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Вот, всем пока-пока. И, конечно же, друзья, не забудьте вот под этим видео написать, в каком костюмчике вы хотите увидеть нашего AJ. Всем пока, друзья, до новых встреч!